6:50 утра. С цветами и плакатами красноярцы ждут рейс «Москва-Красноярск». Ведь среди пассажиров серебряный призер Олимпиады Никита Трегубов. Раньше всех приехали родители и бабушка Никиты. Мы давно. Со вчерашнего дня ждем. Давно ждем, да. Вот даже мне цветы подарили. За ожидание. За ожидание, да. Ну, волнуюсь, конечно, ждали, волновались. Вот сейчас увидим, надеемся. Очень рад, что, конечно, он приезжает. Ждали мы целый месяц его все вместе. Так что ждем, когда выйдет. Самая такая болельщица, которая очень всегда переживала за него. Без валерьянки не обходилась, без слез. И сейчас они уже близко. Бабушка готова, она сейчас его обнимет и пирог ждет в машине. Первым делом Никита обнимает маму и бабушку, а после жмет руку отцу. Следом его спешат поздравить тренеры, а болельщики подходят с цветами. С лица спортсмена не сходит улыбка, хотя он говорит, что очень устал и сейчас хочется просто отдохнуть. Я еще не отдохнул ни разу. И вот сегодня там я 2-4 часа поспал и не спать опять. И завтра в 3 ночи опять вставать и улетать. Чемпионат России будет еще, а так вот пока нет отдыха. Позавчера на встрече с президентом Никиту наградили орденом за заслуги перед Отечеством первой степени и вручили подарок за медаль, автомобиль BMW X5 и 2,5 миллиона рублей. Еще 2 миллиона рублей спортсмен получит от Краевого министерства спорта. Но самая главная награда, по его признанию, долгожданное серебро. Софья Питеркина, Владимир Антонов, Новости ТВК.